Мы находимся на выставке MIP Crush 2020, продолжаем общаться с нашими гостями. Станислав, расскажите, поделитесь своими впечатлениями об этой выставке и пару слов о роде вашей деятельности. Ну, начну коротко с истории. Значит, я посещаю эту выставку в 17-м, 18-м, 19-м и сейчас 20-й год, то есть 4 года подряд. Поэтому есть чем поделиться и сказать, что сегодняшняя выставка меня удивила по вчерашнему дню. Это результативностью и насыщенностью. Я никогда не ожидал, что после пандемии будет такая активность. Если вы вспомните выставку 2019 года, то второй день и третий было почти, так сказать, ну, пустая. Вот, если вы помните это. Значит, ну а коротко о себе. Я автор сотовой стратегии в экономике для губернаторов России. И на этой выставке с крупнейшими ритейлерами встречаюсь уже подряд 4 года. Значит, они публикуют некоторые на обложке моей книги рекламу. Значит, это и Knight Frank был вот одна из известнейших выставок фирм. Это и фирма Лента и ряд других. Поэтому здесь вот эти встречи, они для меня очень важны. Это поддержка, ну, моего издания. И здесь я хочу сказать, что, значит, у меня очень хорошие контакты с Татарстаном. И конкретно в конце книги вот у меня отзыв есть от президента Татарстана, господина Миниханова. Вот. Также, если о других регионах говорить, то это отзыв от, значит, вице-премьера Удмуртии Ольги Абрамовой. Вот. Если говорить о регионе таком насыщенном и исконно русском, Воронеже, то это отзыв непосредственно от господина Аксенова, вице-премьера. Это говорит о том, что, ну, я, значит, широко, значит, закрепился в различных регионах и поэтому использую эту площадку для дальнейшего расширения и популяризации своих идей. Почему сотовая стратегия? Это напоминает соты, пчелиные соты. Вот. И многофункциональность. Если вернуться, как бы, к биологии, то пчелиные соты, в ней пчелы выращивают и детку, и мед там, и пчелиный этот. Также точно и мапик. Она непосредственно многофункциональность. То есть, если сейчас вот вам удалось там сотни интервью взять, и я вам благодарен за сегодняшнее интервью, значит, то вы увидите, что здесь многофункционально. Кто-то снимает огромные площади, там сотни, тысячи квадратных метров, кто-то небольшие площади, но каждый решает свою задачу. Вот. Поэтому, ну, в любом интервью речь может литься как вода в водосточной трубе. Я хотел бы, экономя ваше время, на этом закончить. Если вы разрешите, после обеда какие-то реальные контакты уже излить в новом интервью. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами. Книгу могу показать, да? Конечно. Можно так, поближе. Поближе.